6 видов выпечки попробовали дегустаторы. Это овсяное печенье классическое, с шоколадными кусочками, с изюмом, миндалем, орехами и топленым молоком. Среди этого разнообразия участники эксперимента выбрали самое-самое. Оказалось, это не так просто. Нет возможности дома, допустим, прийти в магазин и купить сразу все виды печенья. А тут сразу я попробовала все представленные образцы. Из них я, например, ни разу не встречала в продаже печенье с миндалем, а я ореховое печенье вообще очень люблю. Всем дегустаторам выдали табель, где они расставляли свои оценки. Как оказалось, красноярцам особенно по вкусу пришлось овсяное печенье с топленым молоком. Многие говорят, что вспомнили детство. Печенье очень приятное на вкус. Мне кажется, сейчас одно из лучших овсяных печенье на рынке представленное. Я думаю, его пробую. Проводили дегустацию печенья Посиделкино в 12 городах по всей стране. От Санкт-Петербурга до Владивостока. Участники одновременно пробовали выпечку, а через видеоконференцию делились своими впечатлениями. Получилось очень интересно, а главное – вкусно. Екатерина Погорелова, Максим Галат, новости.